С утра такой нереальный дождь идет. Вот сейчас буквально 5 минут назад он закончился. Такая вот природа, которую просто не передать через камеру. Какие холмы, какие горы, это просто нереально. Нереальная высота здесь. Здесь речка внизу идет. Высота, ну, можно сказать, метров, наверное, 100-150 здесь вниз. Мы сейчас находимся на смотровой площадке, встретились со своими грибниками. Сидим, отдыхаем. Ждем хорошую погоду, чтобы пойти в лес сходить. Здесь очень красиво, здесь такое место памятное. Здесь привязывают ленточки. Наши грибники сидят. Потом мы пойдем вот туда сходим. Там лесок хороший. Там есть сосны, дубы. Посмотрим, поищем грибы. Ну, туда вот, конечно, мы не пойдем сегодня. И вообще, не знаю, пойдем или нет, если погода позволит сейчас сходить. Здесь, в этом месте, связи нет. Абсолютный покой, тишина. Никто не тревожит. Сеть недоступна, интернет тем более. Классно. Наши первые находочки. Это фламулина бархатистоножковая, смотрите, вот кустик, вот, вот, вот. Между деревом. И вот, и вот, и вот, и вот там еще. За деревом, какая прелесть. Идет дождь и так мешает моей съемке. Но это первая находка, которая сегодня радует. Не трогай. Класс. Вот такой вот еще кустик, какой замечательный. Только-только зарождается, классный. Счастье обнаружила, представляете? Вот такой вот пенечек, покрытый полностью вокруг зимними опятами, фламулиной бархатистоножковой. Она такая мокрая, потому что идет дождь. Но это такое счастье. Посмотрите, какая она чистая, скользкая. Фламулинка бархатистоножковая. Я думаю, вам этот гриб, конечно же, уже знаком, потому что многие смотрят сейчас видеоролики. Везде она по всей России, в принципе, уже началась. Этот гриб не спутаешь ни с чем, потому что ну, настолько отличается. Посмотрите, бархатная ножка. Она сейчас, конечно, не такая бархатная, потому что мокрая. Белые пластиночки у нее под шляпкой. Такое вот строение у этого гриба. Гриб очень вкусный, если этот гриб не отваривать, а сразу пожарить. Очень полезный, хороший гриб. Много содержит хороших веществ. Смотрите, а там сколько мелочи. Очень много. Эту мелочь, конечно же, мы не будем трогать. Пускай она остается. Растет и радует грибников. Ура, товарищи, ура. Я очень счастлива. И вот такой вот еще кустик. На поваленном стволе дуба. Вот такие вот молодые и сочные экземпляры. Мы тоже их забираем. И вот такие вот малюточки, какие красивые. Очень маленькие. Но такие вот экземпляры тоже уже можно взять.